Полномочия переданы, имущество осталось. Совет депутатов города Нарьян-Мара снял с повестки сессии вопрос о передаче муниципальных учреждений как имущественных комплексов в госсобственность Ненецкого округа. Затягивание этого процесса может привести к тому, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году могут остаться без финансирования, поскольку эти средства заложены в окружном, а не в городском бюджете. Председатель горсовета Ольга Старостина комментировать ситуацию отказалась. Владимир Бланко опасается, что заложниками сложных отношений с городским округом могут стать работники предприятий. Окружная администрация обратилась по этому вопросу в прокуратуру. Это обстоятельство имеет социальный аспект, потому что это заработная плата людей, которые, ну, точно совершенно ни в чем не виноваты, просто честно выполняют свою работу. Ну, это имеет, естественно, там, аспект безопасности, потому что мы не можем допустить, чтобы права и свободы граждан, гарантированные Конституцией, подвергались такому риску. Это с юридической точки зрения. С эмоциональной точки зрения, я считаю, поведение просто безответственно.